Ну, вы поняли, ребята. Мы с вами в Ольгинке. Сегодня я вам покажу этот поселочек, который очень пользуется спросом у многих россиян. Сюда приезжает достаточно большое количество людей провести свой долгожданный отпуск. Именно поэтому я тут. Я хочу вам его показать и немножко про него рассказать. Мы здесь уже как-то останавливались мы с вами вот в этом вот отеле зеленом. Он стоит прямо у дороги, возле реки. Разные комментарии по поводу этого отеля, но самый, наверное, честный, правильный, абсолютно не негативный и не положительный, а просто такой сторонний обзор вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке в описании. Если впервые попали на наш канал, я напомню, канал «Семья на чемоданах», меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся. Нам предстоит сейчас пройтись вдоль вот этой реки, я забыл ее название, состоит она из двух букв, сейчас я вам скажу, что это за река. Вон туда пойдем, погуляем по набережной, посмотрим, что там может быть, что-то новенькое, и вообще посмотрим, как проходит сезон в Ольгинке. Погнали. Спустился, в общем, к реке. Река называется Ту, как Ту-154, но просто Ту. Здесь так укреплено, я не знаю, я не помню точнее, было ли здесь наводнение, но вот в Ольгинке, по крайней мере, вот эта река, она сделана, ну, на мой взгляд, непрофессиональный, правильно. Вот, например, в Дагомысе все разнесло, потому что там прям вот тут вот стоят уже дома, там как в Венеции, да, вот. В Лермонтово я не знаю, вообще ничего не предвещало такой беды. Вот, а здесь вот так, причем, видите, вот какие-то отводы туда, либо это наоборот тоже стоки сюда, но на мелко просто бетон, и все, здесь вон голуби, которых я называю сочинскими попугаями. Здесь была чайка, она куда-то улетела или спряталась в тенек, не знаю. Вот. Можно двигаться в сторону пляжа по той стороне, там, где огромное количество палаток, да, сами видите, вон даже шубы продают, видите, можно купить себе шубку. Либо вот здесь вот дышать соснами, здесь прикольный такой от них запах, прям классно, как будто ты идешь в лесу. И, соответственно, здесь вот такой тенечек, то есть, если там нет тенька, тут немножко тенечек есть. Есть мостик впереди, по которому можно перейти на ту сторону. Вот, ну, мы делать этого не будем, просто пойдем вдоль пляжа, а дальше попадем на набережную. Потому что, когда мы последний раз были, пляж только готовился, и мне кто-то в комментариях написал, и даже, по-моему, не один человек, мол, типа, ты сюда в июле приедь в самый разгар и посмотри, как тут отдыхается. И я сказал себе, окей, и я тут в конце июля вместе с вами, соответственно. А теперь слушайте, как птички там что-то делают. Ах, какой кайф! Вот видите, люди уже возвращаются, многие с пляжа, потому что дело к обеду, а мы идем только на пляж смотреть, какие тут дела. Так, ну что, друзья мои, я в принципе вижу, что здесь действительно сезон уже такой гораздо плотнее, чем он был в середине июня. То есть вот эти вот все кафешки понаоткрывались, вот пиццерия открылась. Прикольно они сделали, взяли такие матрасы, надувашки в виде пиццы и прикрепили. Интересная идея, нигде такой не видел. Вот он мостик. Здесь, смотрите, есть даже крокодиловая ферма. Вот как. Я не знал, не было этого баннера. Экскурсии. Палатка, да, традиционно, откуда вы можете уехать в любую точку, в различные экскурсии. Если хотите сгонять, подходите в любые вообще палаточки и отправляйте в экскурсию. Единственное, помните, что если вам скажут экскурсия 800 рублей, то 800 рублями вам точно не обойтись, в том плане, что однозначно где-то вы зайдете, вас там разведут на мед, где-то вы зайдете, попробуете вино, его купите, где-то зайдете, перекусите и оставите деньги в том или ином заведении. В общем, это всегда учитывайте. Какое красивое дерево здесь распустилось. Мы когда были, оно было просто зеленое, а сейчас очень красиво. Здесь вот такие вот деревянные тумбы поставили, на которых
чем-то приторговывают. Они, конечно, большинство еще вообще не заняты. Не знаю, когда займут. Может быть, в августе самый разгар сезона. Я не знаю. Но вот все пока пустые. Дальше начинаются лавочки. Видите, такие, ну, прикольные, стильные сделали. Вот, сюда вещи завезли, но еще ничего не разложили. Фух, очень жарко, слушайте. Я не знаю, наверное, уже 32 градуса на солнце. Видимо, я сегодня сгорю, пока я хожу, снимаю для вас Ольгинку. Вот такие палатки, очки, трусы. Дальше мед Краснодарского края. Ну, как утверждают продавцы, по крайней мере. Полно всяких надувашек, очки, кепки, панамки. Всякие штуковины для детей. Вот, видите, очки. И, кстати, дешевые очки. Там от 400 рублей, по-моему, начинаются. Я, кстати, себе здесь именно покупал. Прям тут схватил да пошел. По крайней мере, те очки, от которых глаза у меня не болят. Почему я никогда не ношу очки? Потому что у меня от них почему-то глаза болят. А эти купил специально еще возле палатки. Надел и 20 минут ходил. И в итоге я понял, что они нормальные. Вот, наконец-то получилось купить очки. Причем так из раздела дешево и сердито. Вот, дальше смотрите. Тут прям очень много ассортимента. Такой большой выбор всего, чего хотите. И можно на прокат взять сабборд. 300 рублей в час, кстати, дешево. Аренда надувной такой каяки. Прикольная штука, кстати. Надо загуглить надувную каяку. И не лодка, и не сап. Два места, каяка, спустил в тачку, взял. Мне кажется, это очень удобно. А, все, я вспомнил, да. Вот она, крокодиловая ферма. Здесь вот такая парковка и пятерка. Будьте здоровы. Значит, здесь есть спуск для колясок, что очень приветствуется. И мы попадаем с вами на набережную и, соответственно, на пляж. Ух, тенек, как я ему рад. Так. Вот она, набережная, это стеклянный купол. Так, здесь поставили вот такую сцену. Она, наверное, вечером играет, но смысл в том, что туда встает человек и крутится. Ну да, слушайте, ну здесь прям сезон. Гляньте-ка. Что-то кому-то что-то объявляют. Ну, конечно, малыш. Разобьешь голову, будет головка, мама будет пиздец, пузеленки на всех не хватает. Скоро смотрите, куда едет долго. Какой здесь. А там штыри торчат, оттуда куда-то корабли Шесть уходят. Катамаранов. Все прям это. Завалено. Ладно, давайте попозже сходим на ту сторону, а пока давайте сходим туда. Посмотрим. Там, кстати, более дикие пляжи. Погнали. Цвет моря, кстати, здесь красивый. Открылись столовая номер один. Тир закрыт, на мое удивление. Почему закрыт тир? Что это? Мороженое какое-то, карамелька. Хаус, пицца. Вот, кстати, тут большинство, в основном, народ. Вот так вот. Батутики. Вот еще есть батуты. Есть сразу кукурузу продают. Ой. Людей много. Вот, кстати, сейчас говорят, что в технической зоне купаться не нужно. Вообще ни в коем случае этого не делайте. Не дай бог шарахнет по голове, не заметит вас какой-то гидроскутер. Все, хана. Соблюдайте правила и берегите себя, ребята. Так. Здесь еще есть какой-то райский уголок. Сделали детскую комнату. Молодцы. Так, но в такой, на такой жаре, я не знаю, лазить в детской комнате, мне кажется, не совсем будет огонь. Так, ну давайте сходим на пляж. Пройдемся в ту сторону, посмотрим, как тот дальний пляж. Он тогда был закрыт, точнее, только начинал функционировать. Есть туалет. 25 рублей стоит кукуруза. Вот такие вот зонтики, лежачки. Все красиво, все аккуратно. Понятное дело, спасательная вышка, откуда, видимо, копают. О, полотенчик хочет Настенька со всеми курортами. Повесим где-нибудь на стене. Мы, кстати, уже посетили почти все курорты Краснодарского края, Крыма. О, какие скалы. Граница
муниципального пляжа. Вот смотрите, лайфхак, там туалет 25, здесь туалет уже по 30, душ 50, какого хрена, душ должен быть бесплатный. Бунгало 150, беседки большая 5000, средняя 4, маленькая 3, 2 лежака, зонт, стол, 1000 рублей. Мне кажется, ценники завышены немножко, ну, мое личное мнение. Здесь бунгало, как вы можете заметить, красивые, выкрашены, свеженькие. Здесь есть уголочек даже для спортсменов, отличная задумка. Висят снарядов несколько боксерских, детская площадка. А тут вот был батут, который был, кстати, бесплатный. Видимо, поэтому его и сломали, потому что он бесплатный. Очень узкий берег, камни. Но люди, естественно, все равно купаются, заходят. Я бы, конечно, сам вообще не прочь искупнуться, но, наверное, я все-таки не буду. Очень-очень много людей, не люблю я купаться. Так, хотя много раз нарушал свои принципы по поводу этого. Не знаю, может быть, и искупнемся. Тут, кстати, висит, стоит, точнее, вот такая табличка. Купание запрещено. Не знаю почему. Видимо, потому что муниципальный пляж заканчивается, и на этой стороне уже нету спасателей. Ну, по крайней мере, я вот уже их давно не вижу. Так, ну все, видите, здесь уже, да, такие дикие пляжи, но вот тут вот вода мутноватая. Мне кажется, что заход в воду не совсем как бы здоровский. Так, видите, ну и здесь так уже, конечно, грязновато. Но давайте сходим, хоть ноги намочу. Приду в чувство, как говорится. Грязная вода. О, а теплая какая. Я не знаю, сколько она, 28, наверное. Так, ну что, а теперь давайте перейдем через вот эту реку и пойдемте пройдемся по той стороне. Здесь, кстати, есть такой мост, типа смотровая площадка. Я, кстати, тогда в выпуске говорил, что могли бы как-то отремонтировать вот это все дело, но, к сожалению, нет, не стали почему-то. Вау, посмотрите, сколько, ребята, людей отдыхают в Ольгинке. Самое главное, посмотрите, какой здесь красивый цвет моря. Обалденно. Слушайте, очень клево. Море спокойное. Кстати, здесь, друзья, смотрите, на пляже, таблетка номер такие 5, таблетка зоны, лавочки. Здесь можно классно посидеть и посмотреть на закат. Очень чистая вода. Очень. Ни медуз, ничего нету. Такие вот тут экскурсии проводят. Есть водные лыжи, ватрушки, горки, катамараны. Ой, сколько тут всего. Класс. И самый главный цвет воды. А вон там вот такая красивая вывеска сделали. Русское море. Красиво так смотрится. Ну, там прям дикие какие-то места, но заход будет в море не очень. Аквапарк, кстати, который функционирует. Вот они, катамаранчики. Да, хорошо сделали. Мы когда были, здесь еще ничего не было. Круто, мне нравится. Пойдемте дальше сейчас. Пройдемся по набережной, посмотрим, что там понаоткрывали. И у вас, я думаю, что сейчас сложится полная картинка насчет Ольгинки. Здесь, кстати, вот получается одна береговая линия, то есть, ну, буквально сколько здесь километра? 4, наверное, да, берег. А может, меньше, может быть, 2. Не знаю, у меня на глаз расстояние измерять очень плохо получается. Кто точно в курсе, можете написать в комментариях. Ну, уютно достаточно. Если с той стороны, где мы изначально с вами гуляли, береговая линия узенькая, то за пирсом береговая линия достаточно широкая. То есть можно развернуться, красивые уже зоны такие, под лежаки, цветочки, высадки, ну, классно. Мороженое 18+, мороженое 0+, интересное.
вот, всякие экскурсии. Прям здесь можно на пляже сориентироваться себе, взять. Здесь все так вечером красиво подсвечивается. Обожаю, когда делают вот такие вот навесики и всяких лампочек, либо из зонтиков. Столовые, косички, туалет. Опять 25 рублей. В общем, 30 рублей, пока там был самый дорогой. Вот он, спуск на пляж. Вот так вот выглядит. Здесь есть, видите, вот прокат детишкам. Ну, нормальный прокат. Ну, за исключением нескольких машин. Я про то, что не устаревшие тачки, а то порой смотришь, и в ужасном они состоянии находятся. И вот еще один заход, вход, выход, как угодно его можно называть, на пляж. Ну, все красиво, аккуратненько, единственное, что нету под колясочек. Вот. И все, здесь уже набережная, ребята, заканчивается, и начинается туда уже туристический проход. Там, кстати, по-моему, есть табличка, сколько воздух и сколько вода. Сейчас посмотрим. А, вот я, кстати, уже видел. Вода 25 сейчас. Видите, я почти угадал. Я сказал 28. Вот тут есть туалет, массаж, сумки всякие. Ну, в общем, вы поняли, такое вот туристическое. И вот он, получается, основной проход. Видите, как здесь вообще просто тьма народу. Вот он, вход. Пляж пансионата с лечением «Импульс». Ну, давайте зайдем, посмотрим. Здесь сейчас сразу кукурузка, а вот тут, кстати, есть вот уже для колясок спуск, что очень-очень хорошо. Вот. И сразу отсюда же начинаются деревянные настилы. А вот где нет зонтиков, лежаки-то пустуют. Да, много людей. Много, но это и хорошо. В общем, ребятки, вот такая вот обстановка на пляже. Идешь здесь, на этом проходе туристическом, такие запахи, я не знаю, я вот сколько раз говорил, что голодным в таких местах лучше не ходить, потому что однозначно будете все-все скупать. Единственное, что обращайте внимание, что если там покупать какую-нибудь чучкелу, то все должно быть примерно вот так вот закрыто, чтобы не летела пыль. Вот, видите, вот так вот они закрывают, это правильный подход, но они закрывают, наверное, больше от солнца. Ну, собственно, вот такая вот Ольгинка. Кто любит здесь отдыхать, кто, может быть, уже отдыхал в этом году, либо собирается здесь отдохнуть, пишите комментарии, как вам. Мне, в принципе, зашла. Я, конечно, не совсем люблю, когда так много народу, но влево-вправо ушел, дикие пляжи, минимум людей. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!